У нас просто ДЦшник, холипал и сосунь хилил очень хорошо. Поэтому А там я он сейчас будет могу не хилить, хорошо. Ну да. Опять же, был твой выбор. Я у каждого из вас просто. А я хэпал, он сначала был, если ты помнишь. Смотри, на, вон, видишь, он спаивает. Ладно, разберемся потом. Так, это вражка транзит. Это мы сейчас залетели. А кто танки еще? Время, поехали. На автобусе или как? Да, поехали, танков нету. Вражку. Пока что. Ну, видимо. Так. Так, третья пати. Выбираю его на к нам. На стаджипсе давай. Ну, кстати, тут, наверное, в Т-10 ретрики будут получше на данном боссе. Я отбежал. Че, я фласки напрост даю? Вадим, возьми фласки. На СПД. Не раздавай пока что. А можно смазочку одну взять? Да, можно. SDK или АПК, пароль те, кто из вас в ДД пик. Давай, SDK, пароль. А я тут ни разу не танчил. Блять, это страшно. Слушай, я бы просто сейчас это покалец спекнул в танк, он нормально уже здесь держал и умеет. Да я и так ну, там. Ну, ты спускай его. Давай, ладно, да. Давай, Ярик, грызи в ДК, да. Да я уже давно в танке. Привет. Здорово. Говорю, сори, блядь, пришлось задержаться, йогов плюс один. Ярик, понимаешь, Ярик, тебе нужен, а он получается так, типа. Перебили, блядь. Ну, четвертый. Ставьте шкаф, сумоньте, сейчас по тактике расскажем и будем начинать. Короче, из Морской ты в танка прыгай тоже, ты будешь трэш держать. Подожди, хотя не из Морской, давай не из Морской, давай Папахапа здесь танчил, шарит как танчить. Папахапа, прыгай там. Ну да, только тут напулов мало, опять боюсь срывать. Два. Ну, попробуем. Давай, ты танчил, поэтому будет проще в этом плане. Так. Сумойте Полинора и Дестройера. Теперь, смотрите, кто здесь не был, ребята. Босса также просто бьете, в ужах не стоите. На кастеров будет вешаться абилка печать Максиридона. Когда она вешается, вам ваша задача под конец окончания абилки перестать кастить, потому что сожжется 50% маны и столько же урона залетит от вашей текущей. У меня пока нет фласок. Далее. Здесь приоритетом будет всегда заливать трэш. Теперь, по поводу трэша. Выходит трэш слева, самый левый портал. Вы бьете по одному мобу. По одному мобу сбиваете косты. Кто может уехать, то уедет, только следите обязательно за своим агром. А агро не срываете. Первому мобу, который выйдет, будет сбивать папахапа каст. Второму будет напуливать второго мистер Бонд и будет ему сбивать. Третьего на пуле Ренессансы будет сбивать третьему FDK. И последний моб, который выйдет, будет сбивать ему женек. И Петя, если что, будет помогать Пике. Далее, если выходит из центрального портала, вам будут ставить метку череп на войд помощника тебе. И Петя тебе помощника. Я буду тоже стараться. Сацуна тоже держу. Сбивать каст четвертому мобу, если что. Если левый портал активируется. Далее, активируется, если центральный портал. Обязательно все косты должны быть сбиты. И следите за огром, чтобы вы не сорвали ни одного из мобов, они очень больно бьют. Выходит центральный портал, там будет выходить 4 таких тоже демона. Будет вешаться череп на одного из демонов. Этих демонов будет гриппать под босса. Ваша задача убивать череп. Свичится всегда в трэш. И босс будет в центре стоять. То есть, вот, к примеру. Гриппнули череп, вы не с этой стороны бьете босса.
точнее череп. А вот старайтесь ближе к этой стороне, потому что с той стороны будут лететь такие волны, и ваша задача не ловить эти волны. Далее активируется последний правый портал, они могут любой вообще из порталов активироваться. Активируется правый портал. Ждем, пока выйдут все бесы, вышли все бесы, ваша задача будет ауешить. Также никто их не станет. Никакие станы точные не даются, не даются рывки и так далее. Теперь за Уе бьете тупо. Первый отдаст Мастан Сацуне, потом Майлик, последний Папахапа. По третьему. Дальше босс переводится до 50%, все убегают обязательно в крест, когда 50%. Ну, это будет за анонсом. Выбежали в крест, дали сейвы свои. Потом упал потолок, разрушились порталы, и мы продолжаем бить босса, в лужах не стоим. Все, вся тактика. Теперь по танкам. Первый танчит Юи. Второй будет танчить Апокалипсис, третий танчит Дестройеров по очереди. По сбитию костов Кресту сбивает нас Юи, квадратику Апокалипсис, Дестройеров Луне. Мистер Бонд сбивает Трусам и FDK сбивает Рамбу. Здесь нужно в ХМК сбивать косты исцеления, а не залп стрел тьмы. Теперь кидайте обмены. За фласку никто еще не взял. Каски приставали. Да, либо. Дедесные фласки у Сацуны. Сапроты и у Дестройера. Да. Сейчас третья пати, можете выпить сапроты, чтобы было проще. А можно и Ридара в первую пати? Потому что в некоторых пати по 2, по 3 Ридара. Да, сейчас закинем. Прима сапрота. Ты меня на куб хочешь поставить? Серега, да. Я есть. Ни разу не нажимал, имею в виду. Давай, джипси, тогда ты на куб иди. Что там у тебя какая метка трусы, знаешь? Да. Женя врет. По-любому же стоял на кубе. Все, короче, пейте фласочки. Ставлю рыбу, сейчас и будем начинать. Босс не сложный, он вообще простой. Поэтому его просто взять и убить. Так. Все зависли? Нет. Меня кикает, значит. А, может, вина там что-то делает, поэтому лично. Рыбу давай, Санька. Избу получил. Ну ладно. Все, пока ты передумался просто. У меня нету. Да, я буду так. Хилы сейчас сильные, просилят. Я погляжу, все ДК делит Т4, да, себе обратно? Да. Сейчас опять выиграл. Нет, ты шо. То за Т10 печеньки была война, сейчас за Т4. Все, кушайте рыбку, забегайте потом все внутрь. Обязательно косты сбивайте, играем потом по боссу. Приоритет всегда трэш. Ну, сейчас, мне кажется, Сацуне, темнеющая, Полинор, забегайте. Войт, напоминаю, если забыл щитовать. Больше. Смотри, твоя задача щитовать под каждый сокрушающий. Можешь щиты на танков также до этого не кидать. Сацуны больше надо. Хуль так мало. Пиздец. Бать пал, ёбать. Гамма вчера убили. И гильды сейчас забрали, как бы вот. С АДП сбили. А меня фернули просто. Еще всем Т4 переделали? Или это еще не видно? Не всем. Я в новом виде уже. Несколько классов прям ебанутыми сделали, прям сильно ебанутыми.
Я так и сканаю нормально. Ну, у меня, значит, забагался. Я тебе, кстати, MTK тоже помощник дал. Он, блядь, это... Будешь серии думаю... просто ставить. Я думаю, 35 отъебал бы сюда. Если бы уже давал бы. Эстербот, не забывай крутить верками. Ты поможешь через них бить КВ, сгляни верки, там урон верков повышен будет. Юи, пойдешь монстрова весь попхапас. Прям значительный ДПС. Так а че, стойте, а че мы не добили? Мы успели добить голема, ладно. У меня ДПМ отключился. 2 секунды активация. Ну я дебил. Давай Герн, Жень. Посмотрите еще раз все, кто на своих кубах стоит. Нахуй ты, истерия. В луже не стоим. Mm-hmm. Такая зеленая лужа. И возле кубов тоже стараюсь не стоять, чтобы там лужа не разливала. Не сядет. Напоминаю, с печатью Максиридона стопайте каст, когда заканчивается способность. Кубисты, приготовьтесь, следующий танк забирает и будут кубы. На кубок пока кубу пока не подходите, просто будьте рядом. Чтобы уже не кинулось туда. Бесы, босса в центре пока держим. Прожали. Отпустили. Бейте босса пока. Пока полови всех бесов. Юра, не гори, Ренессанс. Скоро все бесы выйдут, босса под бесов подзаведете. Последний, по-моему, остался. Все, печать Матюрина, подводите босса. Все играем по трэшу. Через АОЕ, не станем их. Соли, погнали, да. Саст первый дашь стан. Дал стан. Вадим, отдавай, отдавай, Майлик. Следующий папахапа отдаст. Да? Отводи босса в центр снова. Кто танк? Вспышка через 10 секунд. Портал бесы снова отлично. Бьет, бьем босса просто. Прожали. Держим. Отпустили. Ждем, пока все бесы выйдут. То же самое, так же станы отдадим. процентов и нужно будет в крест бежать. Пока не бейте бесов, ну чё? А, Юра, ты напулил, молодец, парень. Все, подводите босса под бесов, смотрите там лужа, Юи нажмешь 6 баунта, уехтей. Тупо через заводил. Саш, первая дахста. Я висну, если что, покомандуйте, кто? Висну. Завис. Болста. Также крест, смотрите, не этот, кто-то если что, прожали, готовьтесь. Завис. Вроде отвис, но еще один всякий случай будет. Крест подстрахуйте. Да. Да, вспышка будет. Стражи, вот с этих смотрите, мобах не поумирайте, прожмите.
Все, отпускаем. Я под декоршем. Босса не заводите как раз туда. Выйдет моб, идите по мобу играйте. Босс 5%, чтобы его не перевели. Идите по мобу играйте. Смотрите, следите за своими... Ауе. Дайте БР. Маршал, дай БР по Сереге. И ребаф его сразу. Также закастуй СС, мистер Бонд, ой, мистер Бонд, Джанг, закастуй в Дестройер ОСС, а Будрейвен в Апокалипсисе. Не переведите босса, босса в центр вы видите. Чтоб не перевели. Нажми сейф Апокал. Можно подвести босса, подвести и перевести его. Есть 10 секунд, 14, чтобы перевести. 2%. Переведите босса. 8. Успеем? Блять, может, не успеем. Сука. Еще будут одни порталы. Стоп урон по боссу. Вообще все. Нужно будет ждать, пока бесы все выйдут. Так ладно, не бей, никто босса не берет. Я отпускаю. Нет, я оу, перевели. Выбежали, выбежали в крест все, сейвы отдали. В уголочек забились все, в уголочек бесы приведут нам сюда. Сосонью поднять да? Можно. Да, давай, не лез, подними Сосуны. Первый Майлика достан, играйте по бесам сейчас. Играйте, играйте по ним. Можно было спокойно переводить и не париться. Ну да. Я, кстати, эту механику не знал, как это будет работать. Блок попал на дальше. Сацуны. Дайте ребаф по Сацуны. Все, играйте тупо по боссу по очереди, сейвы отдавайте и все. Сацуны, сбей, пожалуйста. Ой, бля, Маша, Инер, по себе зальешь, как откатится. Нелец по Полинору залей. Изморский по Скибиди. И Катрища... Катрища по Полинору тоже. Добить его? Ой, можешь Дим закастовать. Закастовать. Похапано по цели, если там какой-то залагает. За сорок. Также все, у кого слабые компы, потом останетесь, я немножко помогу вам ППС поднять. Помочь деньгами? После... Саня, если ты там захочешь на турнике, то вот эта хуйня полная, сразу говорю. Что? Если ты захочешь кинуть тот турнике, то вот эта хуйня полная. Уебать, нет, это доны, которые... Или... Которые доны мне Андрей скидывал, они улучшают FPS. А. Без них у меня вообще пиздец лагает. С ними нормально. Играли. Которые эффекты убирают? Ну да, там эффекты убирают, там много чего делают. Там. Все, босс дальше просто манекен добивайте. За три портала убили. Это ДПС вообще бес. Не растет. Это потому что два раза бес и... Да, а бесы самые простые. Ну бесы два раза активируют. Нет, бесы ДПС, самые простые. До хера я тебе говорю. Прям до хилища ДПСа. Ну ДПСа тоже до хера стало. Да, у нас бесы были, мы со шмаками всегда в топе были. А сейчас что? Седьмая строчка. Да, потому что у тебя шея монет. Боже, что стало с этой игрой? Фадики до первого месте. Да это коса, это они тысячи. Наградил, наградил, Ивад. Просто пока. Это коса, посмотрите, что у него в топе по рекламу. Просто, ебать, 5-4,5 миллиона, блядь. Откуда? Чисто игра сломалась. 71 как вид. Ламба не мать. Я с игры вылетел, третий танк подми. Хава, ты следующий забираешь. Как устроится к сокрушающей, сразу нажимаешь затаунтить. А пока упражнись обязательно. Да, да, хорошо. Сука, я блять, вылетел. Хорошо, нет. Так, изморский дай. Есть, хорошо. Ребафну тебя пока. Смотри, ты должен во время каста, чем раньше, тем лучше нажать, когда идет сокрушающий. Ты после апокала попахапа.
Сейчас прожмешься, двое дубы закинь его. Все, Т4 я сейчас жду. Ты лучше поставил Т4, когда сам будешь там. О, я в игру смог зайти. Не-не-не, у меня там ключик есть. Вот, Серега. Все нормально все, Серега? Я в игру смог зайти, прикинь. Серега, что ты забрал у меня? Прикольно. Следующий ты тогда, пока. Пришел, да, все поменялся, так и понял. Галактика. А что за хуйня? Пофиксили? Ну, если они так сделали, то это классно во время трая зайти в течение минуты. Да. Ну, типа, я полностью с игры вылетел, вообще перезаходил. Я понял. Ну, если они так сделали, то это хуйня. На грулика. Подождите, я уже хочу все выйти. А можно печеньку рулиться? Типа, Т4 поменяли же? О, это дело. Да, можно. Спасибо. Печеньки можно рулить. Кого-то разъебал. Только уважайте друг друга. Если вы планируете дальше играть Т10, там вакуум там 200, скоро ХМ-ка выйдет, то не ройте печеньку. Если уж жезл выпал, ебану. Расчехляйте ИП, парни. Можно я на ДК пересяду, да? Спасибо. Петя, делай ХМ-ку. Нахуй она нужна, парень, дамаж. Ну все, значит я буду делать. Ройте. Не, Варю, еще. Ройте эту хуйню. Кому нужна сумка? Нужна кому? Да? Размудьте враску, а то он там что-то трендел. Дихи. Хорошо, Вань. И он в рейде. Размудь он. Никому не надо, короче. На груида, на королей. Да. Вы, кстати, отсадили. А вы что, все закрыли уже, да? Старфолов. Не, мы руля убили. Ой, руля, а к этого Махтеридона убили. А только магика, да, убили? Да, да, да. Серега, да. Начни слеплез 300 за это. Угу. Ну что? Ой, я чердоль достал на гильдию, хорошо. Почему сумку не ролим? Ну что, давайте печеньку тогда. Погнали. 2К, 5К. Блять. 6. 7. Ебать, началось. Крыса. Началось. Ладно, подожди. Стоп, подожди. Зачем я это делаю? Мне тоже интересно. Три, два, один. Все, продано. Ты до сих пор выиграю? Раз. Ну ладно, давайте с дамагом будем играть. Да, ты что, крыса? Точно. Я просто, блядь, думал, магом или рогом, ничего. Нет, пиздум. Да все, рога, играй печеньку, отдай мне сюда. Саня, на короле танков, ДД. Здорово, бандит. Танков, подождите. Здорово. А вы что, магику уже убили, да? Магику убили, да. Блядь. Я вам не нужен, да? Заходи, ты ж на рулях хотел быть. Ну, просто реально из-за того, что поднялся ДПС, мы его вынесли. Uh-huh. За 10 минут. У меня просто гости, я могу зайти, да. На медведя потанчить и руки. 5 секунд, подожди пока. Так, ладно, давайте еще раз печеньку ролл, там сколько Серега ставил? 6К? Подожди, как ролл, Саш, ты же выиграл, Саш, 7К поставил. А я, блядь, что не подумал, Саш, что... Саш, что происходит, Саш, давай нормально, Саш. Саш, что просто будут сравнивать за его ЕП и будут отдавать, типа. Что за фигня пришла, Саш, давай нормально. Реально, Саш, ролл забирай. 7К себе минусу, я давай бесплатно дестрою. Не, я... Че, я поставлю 6, тогда? Справедливо. Смотришь, берешь опять ЕП и зайдешь за рогу. Что за фигня происходит? Я не хочу сейчас кролить. Ты хочешь мне шанс прикалывать, что он ханта будет на сову менять, думает? Ну, идем нет, то тоже... Пойдем лока суманем. Хочет, пусть меняет, чё теперь. Ну, блядь, ну с ханта на сову это как-то странно очень.
Она просто не будет в палку, блядь. Потому что она что-то поменяет фунтам, а потом с совинахом, да? Анна, забирай. Моё ЕП, я хочу так и поёбываю, блядь. Икс, админ. Херово. Маш, у нас всегда должны о чём-то поговорить все. Я сколько ты дал, короче? Так, ладно. Андрюха, ДПСа. Блядь, что происходит? Нихуя не пойму. Один одно говорит, другой другое. Всё, ты за 7 забираешь. 7 раз, 7, 2. Сасу на меня прокатил. Сасу на плачку ярит. 10к? У него нет. У него нет 10. Так, блядь, я не знаю, мне можешь тебя в неролить или нет? Выплачивай, пожалуйста. Блядь! Тихо. Короче. Из-за того, что вы все говорите, сейчас нихера непонятно. Давай, короче, по поводу ксеньки. Дестройеров 7 раз, ксень 2, ксень 3. Все, ксень подмен. Дальше. Сацуна, заплачь. Мы договорились по 10 ТП с этого КД, вроде как я говорил. Ну давай 10, окей. 10 раз. Нет, 100 я заберу. 100 FDK раз. Тебе он нужен? Ну, блядь, силовой нахуй. Я ж не знаю, нужен, если нужен. Если ставить, значит нужен. Все. Вот так, если ставить, значит нужен. 200, блядь. Сосунь, а тебе надо? Ну, я сейчас надену его. Кто захочет его забрать, то захочет его забрать. Победит в врагах. Все. Ладно, там после того, да, похуй. Если кто может забрать, то за 10, ладно. Похуй. 200 раз. За 200, 2, забрал, все. 3, все, обмен кинь. Дальше. 10 ИП, голова. Ну, бери силовую. А, спасибо. Раз, два. Скрипи. Зачем тебе ладная, блядь? На офспек теперь за 10 тоже кто-нибудь хочет забрать? Танки там и так далее. Коля, Серега. Погоди, ну я понял, он никому не нужен. Давай я за десятку заберу. Все, он за десятку забрал, да. Давай. Поставил, пока он забрал, все проблемы. Пока он напишет, что-то в чате. Чего? Кинь обмен, блядь. В чате напиши, в чате напиши. Я и Кайл. Сань, если кто-то поставил ценник, значит, пускай он этот ценник и оплачивает. Все, без проблем вообще. Зачем заморачиваться? Надо, не надо. Что ли, да? Да, обмен. Ну, в смысле, зачем заморачиваться? Чтобы поддевать рейд, быстрее проходить, все лучше, мы сильнее становимся. Ну, а смотри, а если эта шмотка нужна и жопе ТП, что ой, больше не дам, то надо тебе эту шмотку выложить столько, сколько ну, хочешь. Все, выложил 9 косарей и не паришься. Чё проблема, я не знаю. Поэтому хотят пускай. Самое вкусное. Давайте 250, ну, потому давай. Что тут 10 ног. 10, как. Что, за 10 заберет? Засумайте Сацуна, пожалуйста. Войт 6к поставил. Раз. Каких 6к там? 6к он поставил. 6к. Раз. 6к. Два. 6к. Три. Кинешь какой-то момент. А мне казалось, что Джипси поставил 10к. Я тоже ничего подумал. Да у него хватит всего, он не может 10 поставить. Не знаю. Мне как показалось просто. Ну, короче, тоже пиздец, я пошел танчить, ебать. Саша, а что ты не ролил? Хмот сказали по 10, я поэтому не знаю, ну, пока. Думаю. Ваня, ты потом себе, если ты здесь, что ты ж не зашел, там чисто. Или заходи, пишу. Ну, пойдем, грубо, магика, бычку потом. Зачем? Все уже пройдено. Да ты там зачем Т4 хочет, ты что забрать? Можно, если быстро сейчас. Так, у тебя одна штука Сосуня и две штуки тебе на руку, как тебе вариант? Перед этим сгонять кору. Я не могу пройти. Ну так кору сгонять, там две штуки. Я не могу. Ты посмотри, они только о себе думают, а о других вообще не подумали. Да, правильно, давайте еще мне. Надо было вспомнить фильм, как ведь Катя только узнал, что Станя будет делать инкас. Короче, я короля танчу или Ома? Короля. Я сейчас спрашиваю. Да пока.
Ребята, я в танке, в ДД, папа-хапа. Сейчас, подожди пока. Добьем, сейчас посмотрим, кто вообще есть. Дексион, если что, заходи в рейд. Здесь милики не нужны. В дикее, звенек, нужны шмотки какие-то. И боссы. Я свалю. Давай трэш будет лупить. Ломать лицо. Да тут все, у меня все упало. FDK меня кстати, нет, тут трэш. Вары надо. Ну, типа, ДК надо, ДК не будет трэш бить. Да, тут, ну, как да, бы, да. Никак. Да. Тихо. Короче. FDK, Женек, надо что-то с босса? Быстрее, да, нет? Нет. Все, идите оба на замену. Так, сомалийский в рейд, зморский в этого. Папахапов прыгай в Фурика. Здорово, Паш. Привет. Так, получается по танкам изморский, сомалийский, апокалипсис, дестройеро. Вот, 5 танков в четвертой пати. Далее. На трэше будет танк? На собака. Лапочка в рейд, да, сомалийский. Сомалийский будет танк. Да, давай, тогда иди депсиофнить в раску за Монти. На Йоме надо что-то с боссом? На офспек тоже можно посмотреть. Нет, спасибо. Да, в раску с Монти. Войду Серега отнял, либо заужезал. Что там 5 минуточек есть буквально? Нету. Заходишь или мы на Йоме берем из тебя? Да я в игре, да, нет, в смысле, я здесь. Я здесь, в смысле, я ж в игре. Короче, по тактике, все милишники бьют только одного моба, это Олм, когда он активируется. Но ваша задача, как коты, нет, хотя варов и роги хватит. Короче, играете только по Олму, все свободное время бьете по трэшу. По трэшу, на пулу сомалийскую. Все техники тут уже были, знаю, что делать. Поэтому милики, которые здесь первый раз, играйте только по лому. Он будет здесь стоять, если кто. Вот. Также, когда активируется крош, будет вешаться огненная бомба. Это вас, милики, касается. Ваша задача ее просто вынести чуть подальше. Куда-нибудь там, допустим, сюда и так далее. Ну, то есть, чтобы она не 10 метров раньше, чтобы она не тамажила других людей. Сатуна, засмотрите. Да, подземелье переполнено, я около входа стою. А, нет, тебе надо что-то с боссом? Нет. Мне не надо. Джипси тут? Он отошел. А я тут. Плюсанет. Плюсани, улети. Улети. Или тебе... Дексиону взять все. Или тебе надо что-то с боссом? Ничего мне не надо. Мне жезл надо было. Я прослушал. А пока кого танчит? Я пока еще не говорил, кто кого танчит. Юй танчит у нас.